Всем привет! Вы на канале МакКаллистер. Умер стендап-комик и актер Александр Шаляпин. Его нашли мертвым в его квартире в Москве, сообщила представитель актера Мария. По сообщению телеграм-канала Шаляпина, его обнаружили в 4 часа утра 21 января 2021 года с порезанными венами в квартире на Хорошевском шоссе. Источник ТАСС рассказал, что тело обнаружила супруга актера, она же и вызвала скорую помощь. Александр Шаляпин родился в Люберцах в 1979 году. В 2001 году он окончил Самарскую государственную академию культуры и искусств. Александр Шаляпин участвовал в комедийных проектах «Стендап. Большая разница». Он также играл в кино. Среди его работ в кино – роли в фильмах «Женщины против мужчин», «Бумер» и другие, а также в криминальных сериалах «Карпов», «Опережая выстрел», «Бессонница», «Под прикрытием». Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться. Всем пока!